Счастьем, хочу все время посмотреть. У меня вот сейчас идет программа. На каком канале она идет? Нару ТВ. Нару ТВ идет программа, где я обсуждаю, как одеваются звезды, не звезды, там артисты. Она уже идет, я все ее посмотреть не могу никак. Я все время не попадаю в свои программы, там, где я выступаю, и никогда не вижу концерт. Там, запишут. Посмотреть, нет времени. Себя не могу никак посмотреть. Иногда урывками там в аэропорту где-то смотрю клип, где-то вижу там какой-то фрагмент выступления, там чего-то, фрагмент интервью. Ну, вот себя, на себя у меня как-то не доходит посмотреть. А вопрос чего был? Ну, вы смотрите, то есть вам это интересно или нет? Многие не смотрят. Чужие мне не интересно интервью смотреть. Нет, а многие себя не смотрят. Многие вот дают интервью, потом себя не смотрят. Нет, тоже терпеть не могу. Ну что, я, во-первых, все знаю, что мне там себя смотреть. Я буду нервничать, свет не тот, не так тень падает, не тот интерьер. Сзади этот дурацкий кондишн меня будет бесить. Я это прям буду видеть.